средних часов и 3 минуты. Это значит, что пришло узнать, что творится в мире. Коротко о главном расскажет Ольга Савина. Прямо сейчас. Новости коротко в студии Ольга Савина. Здравствуйте. Партнер выпускового рана. Меняя масло за Урале, осталось один в кармане. Российская компания «Аэрофлот» принимает клиенты в Самбург и Анталии. Закончился прием документов от президентов на депутатский мандат на дополнительных выборах в Хабаровскую Госдуму. По предварительным данным, 10 кандидатов по одному каждому округу выбраны от партии «Единая Россия», ОБПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Зеленая». Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Олег Сливин. Он отметил, что заявление поступили и от 3 самых движенцев. Итак, это все новости. До встречи в начале часа. Что в дороге нет страшнее перегретого двигателя? Правильно, перегретый водитель. Не желая страдать от жары за рулем, поспеши в Велран. Заправка автокондиционера там всего 1300 рублей. Прохлады, комфорт,